Кадыров-младший имел репутацию мальчика, который стоит в углу. И в лучшем случае ему разрешается, когда старшие говорят, подойти и налить им чаю. На самом деле Кадыров-младший человек крайне лживый. Я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда заигрывает со своими людьми по чеченскому телевидению. Обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем. Где этот Кадыров не врет? Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя и умеет... при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место.